Итак, говоря о положительных, привлекательных чертах православной церкви, можно прежде всего назвать высокий общественный статус православия. Исторически так случилось во время религиозного бума 90-х годов, что православная церковь обрела значимый статус в глазах большей части населения, и теперь этот статус в каком-то смысле является самоподдерживающимся, людям легче присоединяться к организации с более высоким статусом и, присоединяясь к этой организации с более высоким статусом, они тем самым статус этой организации повышают. А, поэтому тот факт, что православие является значимым в нашем обществе и под, продолжает поддерживать его же собственную значимость. И здесь легко понять людей, которые переходят из каких-то других конфессий в православие. Потому что люди, находящиеся в других конфессиях, принадлежащих другим церквям, они не просто не имеют высокого статуса, но более того, из-за вот такой клерикальной идеологизации они еще и оказываются в положении врагов, и нужны очень серьезные аргументы, нужна какая-то очень сильная убежденность в своих верованиях, чтобы оставаться в положении врага и не сдаться, и не перейти к религиозному, Религиозной структуре, которая вроде бы тоже христианская, которая тоже связана с исповеданием того же самого Бога, но не просто не приводит к тому, что у тебя будет низкий статус, но наоборот где-то даже повышает статус, потому что ты часть уважаемой организации и уважаемой идеологии. Поэтому и для обычных людей естественно связывать себя с такой, с доминирующей силой, и для людей верующих, ищущих какого-то покоя, какого-то статуса, тоже естественно двигаться в сторону православия в связи с высоким его уровнем. А следующая, может быть, менее прагматичная вещь ⁇ это то, что православная церковь тесно вплетена в русскую культуру или тесно переплетена с русской культурой. Это вопрос интеркультурации православной церкви. Дело в том, что православие в России существует уже тысячу лет. И православие, существуя тысячу лет в России, неминуемо влияло на развитие русской культуры. Русская культура неминуемо взаимодействовала в течение всех этих лет с православием и с одной стороны православие ну, в том виде в котором мы его знаем сегодня это в том числе и плод русской культуры некоторые православные песнопения православная архитектура э, другие элементы они развились уже здесь в россии и являются выражением часто очень высоким выражением русской культуры а, с другой стороны и русская культура постоянно осмыслила православие и читает произведение там, классических русских авторов вы так или иначе сталкиваетесь с православием, с православными вопросами и как часть этой страны как живущие люди в этой культуре, мы вынуждены обращать внимание на православие, мы должны в определенном смысле ценить православие и поэтому для людей чувствительных культуре православие всегда является чем-то чрезвычайно значимым. Вообще, некоторые попытки исследовать социальный состав людей, принадлежащих к разным религиям, показывают, что при сравнении православия и протестантизма, что в православии по большей части идут люди либо из каких-то там, может быть, низких социальных слоев, и здесь это связано не с культурой, а с общественным статусом, либо представители так называемой творческой интеллигенции представители творческой интеллигенции, представители гуманитарных наук, они чувствуют себя в православии как у себя дома, потому как находят много параллелей между той культурой, в которой они живут, или которой они живут, и, собственно, православной церковью. Протестантизм, если говорить о российском протестантизме, то это скорее церковь, привлекательная для ну, среднего класса, не столько вот творческой интеллигенции и, может быть, не, прост, не, не, не самых низких слоев общества, а тех, которые вот не так сововлечены, не так связаны с культурой. Ну, конечно, это вопрос к протестантам и вопрос для нашего размышления о том, как нам взаимодействовать с культурой, или нужно ли нам взаимодействовать с культурой, и нужна ли нам какая-то интеркультурация. Но мы, по крайней мере, должны, глядя на православную церковь, понимать это явление и понимать значимость культуры для достаточно большого количества людей другой момент, связанный с православной церковью и ее вовлеченностью в жизни России и длительным присутствием православия в России, это православие связано не только с русской культурой, но православие в многом связано и с русским национализмом. Русский национализм, он естественным образом ищет в истории Руси силу, ищет в истории Руси победу и так или иначе сталкивается с православными победами, с православным оружием, с православными святыми, которые воевали за православную Русь. И как в свое время, помните, когда мы говорили о Великой Отечественной войне, вот патриотизм, он возвышался, в том числе и с помощью таких православных святых, как Александр Невский или Дмитрий донской но не только патриотизм, но и национализм, иногда так, может быть национализм даже в каких-то крайних формах, он может возвышаться с помощью тех же самых фигур исторических, и поэтому люди, настроенные националистически, а иногда бывают весьма расположены к православию. И между определенными кругами националистов и православием всегда существует тесная связь. Понятно, что православие как вера, как вселенская вера, как посвященность Христу, как нечто направленное за пределы этого мира, может быть, слабо способствует национализму. Но мы с вами говорили, что есть большой разрыв между зрелым православием и народным православием. Вот народное православие с национализмом уживается очень и очень неплохо. Следующий еще привлекательный элемент православия, привлекательный, может быть, для, более для людей так, более богословски настроенных, это историчность православия. Все-таки православие, мы с вами говорили, существует уже довольно давно есть некая непрерывная преемственность от первых веков существования христианства вплоть до современной православной церкви. Конечно, путь был извилистый, конечно, путь был со многими проблемами, со многими поворотами, со многими трагедиями, но все-таки это был один путь, а не некая в недавно возникшая структура. Православие, вот как единый путь, ему практически 2000 лет. Православие на Руси, это уже более тысячи лет. И люди, когда думают о вере, когда выбирают, какой им структуре религиозной принадлежать, где им искать религиозную истину, они достаточно естественным образом обращаются к наиболее древним, и наиболее стабильным структурам. И в этом отношении историчность православия ⁇ это положительная черта и привлекательная черта. Тут могу просто добавить для протестантов что иногда мы как-то преднамеренно являемся такими антиисторичными. Иногда мы преднамеренно отсекаем всякую историю и живем так, и говорим так, и действуем так, будто бы до нас никакой церкви и никакого христианства не было. И тем самым мы думаем, что мы являемся вот такими чрезвычайно верными Богу, Библии и всему остальному. И, может быть, где-то здесь и проявляется верность, но важно понять и то, что сознательно отсекая историю, сознательно говоря, что вот была церковь первого века, и вот мы теперь это то же самое, что церковь первого века, и все века между нами находящиеся выпадают. Вот действуя таким образом в глазах людей, чуть-чуть ну, задумывающихся о том, что Бог создал церковь, врата ада не одолеют, и она должна просуществовать всю историю, вот в глазах таких людей мы выглядим, мягко говоря, странно. А с другой стороны, вот на деле провозглашая, что вот мы какие-то новые независимые и так далее, мы все-таки забываем о том, что мы чрезвычайно зависим от истории церкви. А если, например, попрошу вас рассказать о том, в какого вы Бога верите, то наверняка вы будете рассказывать о Боге как о Троице, вы будете говорить о трех лицах, вы будете говорить об одной сущности, вы будете говорить об одном лице Иисуса Христа и двух природах, но способ даже говорить об этом ⁇ это способ исторически сформировавшийся. Он справедливый, он правильный, но он исторически сформировавшийся. И, например, говоря обо всем об этом, мы невольно пользуемся наследием, и невольно пользуемся опытом существовавшей до нас церкви. Так же, как и во многих других вопросах, мы в некотором смысле наследники. И Просто нам стоит задуматься о том, что мы не первые христиане, не первые, в ком действует Святой Дух, не первые размышляющие о Боге. И если мы желаем вот в нашем государстве, да, может быть и в других тоже обществах быть значимой церковью, то историчности где-то и нужно было бы поучиться у православной церкви. Следующая черта. Привлекательная черта православной церкви, ну, привлекательная для человека, туда приходящего, это ненавязчивость православной церковной жизни. Может быть, с богословской точки зрения это не сильно здорово, но с практической, бытовой точки зрения, очень многих людей эта ненавязчивость привлекает. Я пришел на службу, я ушел со службы, и никому нет до этого никакого дела. А если, например, в протестантской церкви, где особенно где есть какое-то членство в церкви, где есть тем более церковная дисциплина, обращают внимание на то, кто ходит, кто не ходит, могут задать вопрос, могут проявить попечение, это, конечно, очень здорово, то некоторые люди совсем не хотят, чтобы о них проявляли попечение. Им хочется вот утешить себя о том, что они верующие, и при этом чувствовать себя достаточно свободно, чтобы никакой ответственности не было. Православная церковь дает человеку такую возможность, пришел ты, не пришел, часто ты ходишь, редко ходишь, подолгу остаешься в храме, на пять минут заходишь, в какое время ты делаешь, причащаешься, ты не причащаешься. В общем-то церковная жизнь организована так, что практически никому до этого дела нет. Это не значит, что в православии нет каких-то общин, и нет духовничества, когда человек ответственен перед своим духовником, когда он с ним общается, получает наставления, но никто не принуждает к тому, что это, чтобы это было, и поэтому многим людям очень просто себя связать с православием, чтобы вот снять какую-то ответственность. Второй момент вот этой вот ненавязчивости заключается вот в чем: православная церковь гораздо менее регламентирует поведение человека в том числе и в рамках богослужения. Ты можешь зайти, ты можешь выйти, ты можешь петь, ты можешь молчать, ты можешь молиться, ты можешь ходить, ставить свечки. Если протестантское богослужение четко регламентировано, зашли, встали, помолились, сели, послушали, встали, спели песню, сели и так далее. И у тебя почти нет никакого выбора и никакого маневра то в православном о богослужении, которое, с одной стороны, чрезвычайно литургично, когда все действия прописаны, но это же прописанные действия, которые совершает священник, хор и так далее, но не действия народа, хотя исторически, конечно, то, что сейчас делает хор, это должен был делать церковный народ. Так вот, в этой среде человеку очень просто, и некоторые же стремящиеся к ненавязчивости этим увлекаются, в этому радуются, и поэтому для них православие привлекательнее других, может быть, более структурированных религиозных явлений. Еще одна Чрезвычайно привлекательная черта православной церкви ⁇ это эмоциональное, эстетическое воздействие храма, службы и всего остального. Ну, я надеюсь, вы все хоть раз заходили в православную церковь, видели, и вы понимаете, что ну, если хороший храм, да, что это, это красиво, это золото, это свет, это запах. Это звук и это оказывает определенное воздействие. Это не придумано за пять минут. Это внешний вид и структура и порядок, формировавшийся на протяжении столетий. И нет ничего удивительного, что вся эта структура, она может эмоционально воздействовать на человека и может человеку внушать чувство священного. Помните, мы когда говорили с вами о крещении Руси, о выборе веры, то отправились послы в Константинополе, посмотрели службу, сказали, это красота какая, не знаем, на небе мы были или на земле. Так вот, эта вот красота, она продолжает обладать определенной значимостью. Эта красота продолжает влиять на людей. И люди, пришедшие и увидевшие красоту, и подвергшиеся вот этому эмоциональному воздействию, могут воспринимать это воздействие как присутствие божественного и присутствие священного. Здесь есть, я могу говорить как протестант, здесь есть определенная опасность. Очень легко перепутать эмоциональное чувство с реальным действием Бога, и легко все эти эмоциональные переживания считать проявлениями чего-то божественного и так и остаться на уровне только эмоциональных переживаний. Но с другой стороны, мы должны понимать, что эмоции – это существенная часть человеческой жизни, и людям нравится вот ощутить этот трепет от священного, и православная церковь иная, дает ну, довольно много возможностей для этого. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv И с этим связана следующая привлекательная черта православия. В православии довольно много всего сверхъестественного и мистического. Люди часто ищут мистическое, если уж человек задумывается о вере, если человек ищет чего-то необычного, духовного, сверхъестественного в своей жизни, то он ожидает, что он столкнется с этим в виде каких-то вот таких зримых, ощутимых проявлений сверхъестественного, и Плачущие иконы, возгорающийся на Пасху огонь какие-то мощи, которые дают исцеление и прочие вещи, и огромное количество просто разных историй, которые, может быть, не столь вот так известны, что там обсуждаются посредством массовой информации, но разных историй, пересказываемых друг другу в православной среде о том, другом, третьем чуде, о том, как явился какой-то святой, о том, как Бог, как тот или иной святой ответил там сверхъестественно на молитву, о том, что где-то что-то необычное произошло, вот эта вот среда, где постоянная речь идет о сверхъестественном и мистическом, она для людей, ищущих мистического, конечно же, привлекательна. Опять таки здесь есть определенные опасности и легко перепутать мистическое и сверхъестественное и все и всю вот это вот суету с реальным действием Бога. Но когда мы говорим о том, что же привлекает людей в православие, мы должны понимать, что вот эта вот вся мистика – это одна из таких привлекательных черт. Еще привлекательной чертой православия является очень развитая система аскетики. Когда я говорю «аскетика», это не только то, чем занимаются монахи в монастырях или там люди, ушедшие в пустыню. Аскетикой называют вообще борьбу человека с грехами, борьбу человека со страстями. Так вот, в православии существует обширная литература, ну, святоотеческая литература, посвященная этому вопросу. Существует некоторый опыт, существует некая такие примеры. Вот «Жития святых» — это распространеннейшая литература, и православным людям предписано регулярно читать «Жития святых», но «Жития святых» — это же еще и некий пример, это же еще и некоторое педагогическое явление. И вот люди через аскетическую литературу, через чтение житей святых, через общение с духовниками, если для них действительно важно вот какое-то внутреннее преображение, важно победа над страстями, то они здесь много чего находят. А Опять-таки мы, как протестанты, должны задуматься о том, что нам стоит внимательно отнестись вот к этому желанию людей какого-то духовного руководства и попечения. И нужно хорошее, в том числе и написанное, наставление по духовной жизни. Не то, чтобы этого нет, и не то, чтобы у нас не занимаются души попечением или нет каких-то хорошей литературы на эту тему, но это часто оказывается где-то на периферии жизни. А в православии это центр жизни, и люди, ищущие этого, очень легко находят и, найдя этому, радуются. И тем самым для них православие тоже привлекательно. И еще одна привлекательная черта православия, может быть, для другой группы людей, это в православии существует развитая религиозная философия. Если говорить, например, о русском православии, мы с вами говорили, что в XIX веке, особенно многие непрофессиональные богословы занялись православным богословием. В общем-то, и славянофилы, и другие, они не были богословами, они были философами прежде всего, и они соединили русскую философию, ну, или даже, может быть, мировую философию с православной религиозной мыслью. А есть люди, увлеченные философией. Кому-то философия тяжкий груз, но кто-то ищет мудрости, ищет философии, ищет каких-то глубоких, необычных, специфичных рассуждений. И вот здесь они находят соединение философии и богословия в некое единое целое. В православии, может быть, не так развита экзегетика, толкование священного Писания мы с вами про это чуть-чуть потом поподробнее поговорим, но вот философствование на религиозные темы, оно развито во многих отношениях больше, чем, ну, по крайней мере, в протестантизме. Католики могли бы здесь составить конкуренцию, но католики для нашей среды вообще экзотика, не часто их встретишь, а поэтому вот любители религиозной философии многое находят для себя в православии. А я назвал несколько привлекательных черт. Это не значит, что все эти черты привлекательные для всех людей. Это даже не значит, что все эти черты одинаково ценные. Кому-то нужна эстетика, кому-то история, кому-то культура, кому-то мистическая, кому-то философская, кому-то духовная. Но существование этого комплекса, оно привлекает где-то одной гранью, где-то другой гранью, большее число людей, плюс еще просто высокий общественный статус, исторически сложившийся, наличествующий в обществе, даже где-то сознательно формируемый государством, которое использует православие как свою идеологию, все это ведет людей к православию. Поэтому... Размышляя о православии, соотнося вот свое служение с наличием православной церкви в том обществе где мы несем служение нам важно обращать внимание на эти детали где-то давая им такую христианскую библейскую объяснение оценку а где-то спрашивая самих себя не утеряли ли мы важные элементы там культуры или духовной жизни или еще чего-то так что все это в православии есть, но все это есть как бы в целом в православии. Само же православие мы уже видели, и еще с вами об этом поговорим неоднородное, но про неоднородность православия, про то, какие течения есть в православии, поговорим чуть позже. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.